Эх, скорее бы Новый год. Может, он еще здесь? Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ой, не может быть, это же Дедушка Мороз. Дед Мороз, там Дед Мороз. Харитошка, ты чего, где Дед Мороз? Он за дверью с подарком. Харитоша, Новый год только завтра наступит. Ой, а мне приснилось, кто-то позвонил в дверь, я посмотрел в глазок, а там Дед Мороз в мешке для меня подарок достает. Харитоша, это всего лишь сон. Нет, я пойду посмотрю, вдруг он подарок оставил. А что за подарок-то был? Я не видел, но думаю, iPhone 12, пойду посмотрю. Или маленький питомец, может, он еще здесь? Эх, никого. Харитошка, хватит танцульки устраивать. Времени мало, пиши письмо Деду Морозу. И елку украшай, иначе подарка не получишь. Точно, а я и забыл. Ой, не туда. Ох, много чего хочу попросить у дедушки. Может, письмо зарифмовать? Да, так и сделаю. Письмо. Дедушке Морозу. Харитошка. Фух, ну я и постарался. Так, оторвать надо. Еще прочитаю. Ничего случайно не забыл? Так. Ага. Сладенький батончик. Вроде все. Иди под елочку. Думаю, для дедушки все это сделать будет несложно. А Дед Мороз мне подарит все, что я хочу. Харитошка, на твой вопрос может ответить только сам Дед Мороз. Все, спи, спокойной ночи. Эх, скорее бы Новый год. Ох, какая красивая елка у Харитона. Написал письмо Деду Морозу. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Подари мне золото, чтоб я стал богатый. Много денег золотых, чтоб купить айфончик. И в коробку положи сладенький батончик. Много вкусненьких конфет и одну жвачку. Обезьянку, шимпанзе и рыжую собачку. Я себя вел хорошо, мыл полы, посуду. И со славой в этот год спорить я не буду. Много книжек я читал, вытер пыль на полке. В общем, Дедушка Мороз, жду презент под елкой. Да, нелегкая задача для Деда Мороза, но думаю, он справится. Ребята, привет! Пока Харитошка спит, я ему сделаю маленький подарок. Сани Деда Мороза из конфет. Для этого нужны будут две карамельные трости, плитка шоколада, шоколадный Дед Мороз и несколько разных конфет, которые любит Харитошка. К шоколадке клеевым пистолетом приклеивают тросточки. Это будут полозья наших саней. Первый. Так, и теперь приклеиваю второй, не снимая пленки, чтобы потом все это можно было съесть. Так, сани готовы. Сверху к шоколадке приклеиваю несколько батончиков, капельку клея и сверху кладу шоколадку. Также приклеиваю вторую. Продолжаю строить сладкую пирамидку, чтобы сани были полные конфет. Как-никак Новый год, пусть Харитон объедается. И последнюю сверху. Все готово, осталось приклеить Деда Мороза. Капельку клея и ставлю деда. Вот такие ребята получили сани с Дедом Морозом. Харитошка обрадуется, что все это можно съесть. Ставьте лайк, если тоже хотели бы получить такой подарок. Новый год! Подарки! Слава, слава! Дед Мороз мне подарки принес! Да, сейчас посмотрю. Иди быстрее! Ого-го, какой прикольный! С бычком! Пойдем скорее распаковывать! Интересно! Распаковывай его быстрее! Сейчас! Да, Харитошка, вот так подарок тебе дедушка подарил! Ай да айфон! Харитошка, это же айфон 12! Я хотел настоящий вообще-то! Посмотрим, может внутри настоящий лежит! И первая у нас конфетка с красивой коровкой. Смотри. Ага, а что у нее с губами? Почему они такие огромные? Может, пчела укусила? Давай продегустируем. Может, с чаем ее? Нет, давай без чая. Пробуй, мне оставь. Так. Вкусненькая. Очень. Другие кусай меньше.
Дальше опять конфетка с Дедом Морозом. Будешь пробовать? Сейчас. Нет, она, как и первая, думаю, не сильно отличается. Ну и правильно. И следующая блестящая шишечка. Сейчас попробую. А может, это яйцо перепелиное? Да, яйцо только шоколадное. Такое маленькое, ты его все и проглотишь. Ну-ка. Какая-то фруктовая начинка. Дай понюхай. На. Малинкой пахнет. Вкусненькое. Ой, это что там, такое? Что там? Хэппи бокс, две собачки плюс карамель. Я хотел себе маленького питомца. Вот видишь, Дед Мороз подарил тебе собачку. Правда, я живых хотел. Ага, что у нас внутри? Посмотрим, вкладыш. О, так их можно собрать целую коллекцию. 14 мини-щенков. Давай рассмотрим их. Ха, смотри, они как настоящие, только маленькие. Она такая велюровая, очень приятная на ощупь. Как живая. Вот тебе, Харитошка, и преданный питомец. Интересно, в каком магазине Дед Мороз их купил? Не знаю. И беленький тоже красивый. Но первый мне понравился больше. А мне два нравятся. В этом пакетике карамель. Это я Митьке отдам, он любит такие. Попробую. Нет, такие я не люблю. Ё-моё, Харитошка, это же золотой слиток. Золото! Можно продать и будет денежки на айфон. Какие денежки? Это же шоколад. Да я уже понял. А написано 15 грамм золота. Сниму пробу. А что я снимать? 999. Шоколад как шоколад. А это у нас слеза мужчины. Ой, не ешь, а то заплачешь. Да? Ладно, спасибо, что предупредил. Мишка на севере, смотри. А Маша где, на юге? Наверно. Ух ты, какая красивая конфета. Главное, чтобы вкусная была. Ну как? Вкусно? Вкусная, с вафелькой. А почему ты так много откусываешь? Потому что у меня рот большой. Надо по чуть-чуть. Медалька со Снегурочкой, смотри, какая красивая. А где Дед Мороз? Почему его нет рядом? Дед Мороз понес подарки детям. Ну-ка, попробую. Тебе лишь попробовать. Обычный шоколад. Я так и подумал, ничего интересного. Ну да. Это снова золото. Золото больше не пробуй. Это пингвинчик. Ха, как он открывается-то? Оп. Похоже на яйца пингвина. Шоколадное, вкусненькое. Ты прям со скорлупой съел. А это тебе. А это... Что это? Это карамель в форме новогоднего носка. Это обычный сладкий батончик. Как раз такой я и хотел. А это... Что-то это мне напоминает. А тебе? Обычный ММДМС. ММДМС, говоришь? Вкусно. С орешком внутри. Остальные мои. Твои. Следующая конфета — укус женщины. Ух и название. Слава, не ешь. Пусть она меня кусает. Как хочешь. Так, все, высыплю. Давай посмотрим, что там осталось. О, сколько еще всего разного. Айфона нет. Зато есть золото и медальки. О, даже со снеговиком есть. Ой, а это кто? Кто? Это, по-моему, обезьяний Дед Мороз, смотри. Прикольный, я хотел обезьянку, только настоящую. Она такая интересная, только не пробуй ее, а то ты ей еще красоту откусишь. Хорошо, не буду пробовать. Идем дальше. А это что у нас? Большая золотая монетка с символом Нового года и курантами. Ага, и здесь символ года. Оставь, вечером съедим. Так и сделаем, как скажешь. А это у нас хлопуша со вкусом апельсин. Наверное, апельсина. Шипит и взрывается во рту. Не, я такое пробовать не буду. И я не буду. Мармеладные дольки со вкусом малины. Еще и веревочкой завязали. Ага, чтобы не рассыпались. Ух ты, их так много. Аромат какой, попробую. Быстрее пробуй, я уже устал все вкусняхи нюхать. Очень вкусненько. Давай закругляйся, пора мне пробовать. Харитоша, это был подарок тебе от Деда Мороза, а теперь подарок от меня. Я уверен, тебе понравится. Та-дам! Ой, что это такое? Это Дед Мороз на санях к тебе приехал. Да? Лучше бы он на айфоне приехал, а то сани какие-то. Так Дед Мороз на санях только катается. Какой-то дедушка несовременный. А сани, я вижу, все съедобные? Конечно, это все можно съесть. Вау, спасибо большое! Айфончика, значит, не будет. Сюрприз! Опять? Та-дам! Вот тебе айфон. Ой, так это айфон 4, старая модель. Зато шоколад не старый. Да я лопну от этих слов.
сладостей. А ты сразу все не ешь, растягивай. Ладно, разберусь с этим. Ребята, с наступающим вас Новым годом! Желаю вам получить полезные и вкусные подарки, а также весело провести новогодние каникулы. И я всех поздравляю с Новым годом! Пусть сбудутся ваши мечты! Пойдем хлопушки хлопать! Праздник все-таки!